3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вас будет слышно очень тихо, короче, ну. 11, 12, 13. Это там, 11, такие вот. Давай, пас. Не, мы потом будем этими пилами будем в этот играть. Хуйню вот это, разрезать их. В регби, да. Вместо пилы. А, я уже что-то слышу. Что происходит? Кажется, я уже что-то вижу и слышу. И показалось. Нет, ничего не было. Это упало. Да нет, что-то было. Не-не. Что ничего. Ой, ёлки зеленые, это записалось. 11! Блин, это все записалось. Ладно, короче, что я хотел сказать-то? Приветственная речь. Толкни Гарри приветственную речь. Здрасте. А то ты говоришь, не нравится тебе про спокойной ночи, когда я говорю. Здрасте, доброе утро. Вот, ты взял доску для серфинга. Ага. В общем, доброе утро, день, вечер. И никаких ночей, как это самое завещал нам Гарри, да. Тех, кто это вдруг когда-нибудь увидит, возможно. А может и не увидит. Мы зашли в город. И мы продолжаем проходить. А, так, подожди, что мы продолжаем? А, Half-Life 2, оригинальную кампанию. Прямо сейчас, прямо на ваших, наших глазах. А вот ноги болтаются, помню. Отлично. Надо раскачать ноги. Сделай ногам солнышко доской. О. Очень, очень клёво тут ноги смотрятся. Где ноги? А ноги болтаются. Тут кто-то повешал ноги. Ноги добавили, что ли? Нет, ты кинь в ноги эту доску. Я пилу туда кидаю. Сейчас, где она тут была? Ой, о, полетели. А, красиво. Сейчас, сейчас. Пилу надо. А, нет, баллон. Блин, да что ж такое-то? Так, давай где? Баллоном играть в регби. О. Ой, баллон. Дави. Так, баллоны, да. Сейчас будем катать баллоны. Кого? А, загорелись, бежим! Шухер! Все? Ну, казалось. Ну ладно, типа мы продолжаем, да? А может погромче что-то звуки? Или вас не слышно? Ладно, не буду громче делать. Покрасить тут. Вроде все нормально. О, ничего, ничего ты. Этот, Малевич, что ли? Я тоже хочу. Опа! Хорошо, еще надо. Оп! Ха-ха, прикольно, давай что-нибудь напишем некультурное. А может? А раз так можно? Ну можно, она, видишь, это многоразовая банка. Вообще, давай стены побелим. Че? Так в конце-то концов тут как некрасиво, все в крови испачкали. Надо стены побелить. И потолок тоже. Ого, они втыкаются? О, красота! Кстати, а на них можно запрыгнуть. Ай, что-то я поцарапался обо что-то. Ой, ой-ой-ой. Этот идет. Как его назвать-то правильно? Человек не очень живой. Смотри, что происходит. Не очень живой человек идет. О, он беленький. Прикольно, он покрасился. Я тоже хочу. Ну-ка, ноги ему покрасим. Ай, не получилось. Сейчас его сзади, сзади его. Баночка, баночка. Сзади по. Так, о, отлично. Мужчина, у вас вся спина белая. Развернуть. Издевательство над трупом. Белого человека сделали. Чё, нормально? Как белый человек, да? Ой, он умер, кажется, от переизбытка краски. Не, все, он перестал краситься. О, белый этот! Гарри, смотри, белые диски. Белые диски? Красота какая, белые диски. О, правда на них запрыгивать можно, кстати. Можно соорудить такую лесенку. Или я на... Нет, на столе, наверное. Да, это, наверное, стол. Так, где баночка? Надо все покрасить. Ну, белый диск это вообще... Это красиво. Так, краска, краска. Я потерял краску. О, вот она. Снизу тоже. Оп. А, не, нифига. Оп. Все, весь теперь белый диск, все, красивый диск, можно идти спокойно с ним, вот, куда-нибудь.
Ой, там еще человек идет, Гай, он тоже хочет краски. А, ноги белые. Ой, забавно, это как забавно. О, тут еще сзади. Ой-ой-ой, что такое? Блин, да что ж такое-то? Ай-яй-яй, пульки, пульки! Да что ж так, подождите, я еще не успел прицелиться. Ох, ваншот, а что ли? Покрасим? А я нашел револьвер мощный. Ой, прыгает, прыгает! Блин. Нет, она опасная, а, просто она... Как это... Так, а где, где устройство? А что я потерял. А, во, на 6, 6. Я хочу белый диск. А, вон он. Во мой белый, смотри, какой красивый диск. Прикольно. Не, лучше краску, надо что-нибудь еще покрасить. Где краска была? Вон она. Вот она. Все, пойдем красить стены. Малежи штукатуры взялись за свое грязное дело. Это двоих разом. Ой, бочки, бочки, взорвем. О, с собой возьмем. Смотри, как клево, можно с собой ее взять. Блин, не сюда, нет, а... Ой, она загорелась. Беда. Да она у меня в руках загорелась, бочка. О, я взял твой этот дезинтегратор. И как называется это устройство-то? Смотри. Пушка? Да. Ну чё, чё с ним делать теперь? Бросать ей можно в кого-нибудь. Блин, смотри, валяется. О, автоматом бросить в голову. Наверх. О, ломик! А, это из тебя вся херня-то выпала. Ладно, где краска-то? Вот она, краска. Пойдем красить. Пойдем. Так, что мы разукрасим в этот раз? Блин, потерял банку. Вон она. Не. Птицы летят. Вот бы птиц покрасить. О, бомба какая-то была, видимо. Ох, забавно так. Ой, смотри, какие забавные устройства. Раз. Ой, блин, она в меня кинула банкой. Ой-ой, ничего себе. Это опасная конструкция, она бросается. Ладно. Жесть. Все поле чудес. Ребята идут какие-то. А ты как полезно? Фонарь можешь закрасить. Прикольно, белый фонарь. Вот бы еще какую-то другую краску. Ну ладно, пойдем мочить козлов. Что-то мы... А, аптечка, аптечка. Надо срочно лечиться. Ой, этот, тварь. Кажется, я ее зашиб краской. О, еще краска, аптечка, аптечка. Ура. Двигатель, построим что-нибудь. Двигатель. Что тут еще есть? О, стул. Хорошо, хорошо. Все с собой возьмем. Какая лавочка? Я ключ хотел взять. О! Нет, нет. Это неинтересно. Банка интересная. Это клево краской вообще. О! Распилим их. Ай-яй-яй-яй-яй! Что произошло, Гарри? Как она заработала? Это я включил. Ты, блин, что-то рядом был сильно. Ты опасен. Я думал, она не достанет. Ури. Это хреново. Ты тоже что ли? Дезинтегрировался. А зачем? Сначала начинать не очень. О, а я здесь появился прям где. Так я, кстати, вообще ее можно вроде как оторвать, да? А, да? Или нет? Или кажется? Не, вряд ли. Ладно, самое клевое тут. Ой, елки зеленые. Самое клевое тут банка. Краской. Все остальное херня. Ножницы, смотри. Есть. Так, посмотрим. Двигатель мне кинуть. Ой-ой-ой. Блин, птица! Напугала меня. О, бочки, бочки. Ну-ка. А, бочки не красятся что-то. Баба. Мощно. Опасно. Так, что тут еще есть интересного? Там маленькая бегает. Блять, как так? Я ее зашиб краской. Кого? Блин, оглох, оглох аж, ничего себе. Так, где я тебя не вижу вообще?
Ваши ошметки вот здесь лезут. Ой, ошметки? Тут... Да, мои ошметки. А. Я как-то взорвался. Ладно. В чем мы остановились? Классное место, а? Слушай. Контрольная обойма в голову. Еще одна такая хрень. Блин! Да там далеко было, большое расстояние, раз и вообще. Опасно бочки бросать, короче. Очень опасно. Опасные бочки. Ну вот я тоже добросался. Так, банка. Ну ладно, пойдем. Банка есть, остальное не важно. О, он горит. Может потушить его краской? Угу. Кажется, он не потух. Еще краски. Нужно больше краски. Мужчина, у вас пузо белое. У тебя дробовик есть? Угу. А, это вон тот чувак стреляет. Но кто это? Ну? Может покрасить его? Душа? Лови краску, мужик. Нет, ему пофиг. Это что, подгоревший, что ли? У тебя сзади там это поднялся. А, ну покрашу его сейчас. Ой, так забавно это вообще происходит. Прилег поспать. Так, тут вентиль какой-то. Ну-ка покрутим его. Кажется, огонь успокоился, да? Да чувак-то что творит? Смотри, тут сколько всего висит. Только всего клёвого висит. Классно. Евреи. Евреи. Повсюду евреи. Ладно, чё мы. Так, мы идем, да? Сейчас, наверное, забанят из-за такое. Ой, я опять тебя упустил из... А, вот ты. Баночка, баночка. Тут аптечки. А я фуловый. О, смотри, что творится. О, еще вентиль. Смотри, смотри, что делается. А где? Где? А ты сам где? А вот. А я вон, смотри, смотри, на пол. О! Чё себе, что делается, да? Что-то тут ничего не красится. О, баллоны, аптечки. Надо аптечки, кстати. Ну, нет, возьми, Гарри, стул, посиди немного. Он развалился что-то. Лавочку возьмем с собой. Экономить. А пусть она, в принципе, горит. Кстати, а можно аптечку с собой потаскать, наверное. Вот, хорошо. Блин, я краску хочу лучше потаскать. Краска круче. Может, дом покрасить? О, смотри, закрасить надо эти писанину некрасивую. Хулиганы. Вот, испортили стену. Так, ну ладно, идем. Ага, идем. Ты это, смотри, это, что тут идет? Что тут есть? Я тебя опять потерял. А ты в дом заходи. А так нам не в дом же надо-то. О, елки, негодяи идут. Не-не, иди сюда. Тут куча есть. Кстати, а бегать не получается, когда что-то таскаешь, вот типа вот баночку даже. Смотри. Ой, да, отойди. Ай, как так-то? Я ж покрасить хотел. А маленькие не красятся? А, этот. Ой, идет. Вот весь в сметане. О, я тебе спину покрасил, Гарри. Может друг друга покрасить? Ахаха, ты весь белый. Да? Так ты покидай в меня. А я... Сейчас найду. У меня пульки закончились. О, о, бабах, бабах. А, о, о, о. Ну-ка. Ого, правда. Ну-ка я тебя докрашу до конца, подожди. Я тебя полностью, это, покрашу. Ой, елки, отлетело обратно, что ли? Не, что-то полностью не красится. Ха-ха-ха, ты такой белый. Как Майкл Джексон теперь просто. Ну ладно, пойдем покрасим что-нибудь дальше. Там они уже убиты. Ага. Слышь, Андрей? А? Как этот, как Майкл Джексон. Был черный, стал белый. Да, действительно. О, еще идет.
Бабах. Бабах. Мощный револьвер, кстати, вообще огонь. Так, лестница. Ой, елки зеленые. Подожди, что случилось? Электричество, что ли? А не знаю. Она под напряжением? А-а-а. Ну-ка еще раз попробую. Ой-ой-ой. Жжется. А, вот. Можно было на примере вот этого человека посмотреть. Ага, смотри, все. Вот, вот смотри. Ага. Доски. Где-то залезть надо? Надо залезть, да. Откуда? Так, сейчас. Давай ищем, ищем тогда. Искаем по-быстрому. Так. Тут у нас ничего нету. Тоже ничего нету. Ложная игра такая вообще. Наверное, сюда нам подняться, да, посмотреть. А там что есть? Проход? А там, да? Ну, елки зеленые, а мы как эти. О, баллонов-то сколько? О, Гарри, отойди, я туда баллон кину. Ну-ка. Опа! Получилось еще раз. Опа! Они не взрываются, шкафы. Да? Ну? Покрасить надо их тогда. О, улетел шкаф. Так, краска, я потерял свою краску. Блин, тут маленький бежит. О, краска есть. Так, ты уже наверху? А, нет. Нет, нет, я смотрю, что-то, может, включить надо. Да вроде нет. Потрясающе. Да вроде нет. Так, ну поднимайся тут уже, это... Да, сраный шкаф полетел отсюда. О. Так. А, вот как. Вот оно как. Они что-то, кажется, просыпаются, да? Так, аптечка надо тебе? А у меня не, все полностью. О, красочка есть. Ну ладно, так. Диск застрял. О, батарея! Вдруг холодно будет. Тут опасный корабль. Да что происходит-то? Что-то происходит. Что-то тесно становится. Так, табурет возьмем на всякий случай. Вдруг устанем по дороге. Про нормальную активность. Да господи ты. Сраные диваны заложили все этими диванами. О, слушай, давай на диван сяду. А ты его швырнешь. Ой. Перевернем. Как-нибудь, чтобы он... Можно было... Ой-ой-ой-ой-ой. Зашибло диваном. Опасный диван. Диван убийца. Ну, ты в него лучше. Нормально? Он лежит, правда, вверх ногами. Падла такая. Куда он полетел? Вот скотина. О, о! Все, я сижу. Ну давай, полетел. Головой об потолок. О, тут что-то происходит интересное. Так. Что-то я тебя... Аптечка. Я тебя... А, во. В двух стенах потерялись. В трех дверях. О, выходи тут этот. Механизмы странного вида. А, ну я сюда и залазил. Ну, это да, вот. Что-то тут. Тут ничего интересного нету. Баллон. Баллон, это хорошо. Подожди, а где это мы? Это мы обратно пришли. Да елки зеленые. Не то что-то, не туда. Погоди-ка, а вот тут вентиляция. Она... Сюда, а я уже спрыгнул. Вот, блин. Это вентиляция. Она... О! Смотри-ка, правда. А как залезть-то туда? Да что ж такое-то? Руки из жопы, я залезть не могу. А тут не залезешь, наверное? О, о, запрыгнул, запрыгнул. Хорошо, все, отлично.
Так, что тут у нас? И что тут сделать надо? Мы пришли опять сюда. Ну это неспроста, мы сюда попали, наверное. Подожди-ка, вот сверху какой-то этот. Вообще мы могли бы что-нибудь такое принести, типа там шкафы и запрыгать. Опа, нет. А вот сюда, если запрыгнуть, смотри, вот туда. Или это край карты. Голова-то что-то. Кстати, Гарри, мы же можем, правда, вот там через забор, который под напряжением, может перепрыгнуть. Да? Ну, не знаю, пойдем попробуем, посмотрим, что там. По-любому туда надо, только надо решить эту головоломку. А он сильно коцает? Нет. То есть нам, по идее, туда надо перепрыгнуть как-то, да? А он не пускает подняться просто по лестнице. Так она током бьется. Ну. А это что классно. Если как-то перепрыгнуть этот забор? А если помочиться на него? Тут есть такая кнопка, как в Постоле. Помочиться. Смотрите, он мертв. Ха-ха, смотрите, он мертв. Действительно. Ох, елки. ХП восстановил хотя бы. Да, погоди-ка. А что нам в принципе дает это? Погоди-ка, вот там лестница какая-то. А может что-то притянуть надо? Мы же теперь умеем тянуть туда-сюда. Ага. Так. Какая сложная игра. Мне что-то кажется, можешь правда принести эти диваны там. Ну, давай думать дальше. Давай диваны принесем. Можно просто принести и запрыгнуть вот на эту деревяшку, в принципе. Что такого-то? Лавочка подойдет, интересно, нет? А бери все, что большое. О, бочки? Не, бочки неудобно. Ну, вот шкаф. О, лавку возьму. Так, нормально. Так, почти просочились. Давай, немного осталось. А, сраная бочка. Так и можно так его затолкать туда. Вот так. Опа. О, прошел. Как грузчики тут ходим, мебель таскаем. Ага. Вот на эту деревяшку как-то запрыгнуть может, да? Какую? А вот, которая над нами, смотри. Ага. Да. Она же идет вроде никуда. А, она в курточку ведет. А, да. Погоди. Надо шкаф поставить. Ой, полетел. Полетел шкаф. Беда. Полетел шкаф. Ну вот еще пару шкафов и можно запрыгнуть будет. Ой, блядь, сломалось. Надо шкафы. Ой, шкафы не ломаются. Это хорошо. Пару шкафов, там диван же еще есть. Так. Еще есть бочки, но с ними целая проблема вообще. Да там... О, диван нашел, отлично, но его толкать придется. И он опасный, он может зашибить случайно. Так, а куда идти-то? О, слушай, о, кто ползает? Паучок, а что за паук? Подожди-ка. Вася, слушай, я отключил. А? Отключил? Чего? А тут рычаг, да, тут рычаг был. Ну, етить колотить. Так, а где это? Я запутался уже. Давай, может, все равно перелезем, попробуем. Да ну ты что придумываешь? Интересно же, получится, да? Такая идея, блин. Так. Я так, заблудиться можно, во. О, ёлки, тараканы, Гарри. А что за... Ах ты! Гарри, тараканы! Где? Да пауки! На улице! На улице? Не те, которые пытаются совокупиться с лицом, а другие. Черные, что ли? Черные пауки, да. Ну, у них тоже как бы на пузе это дыра для совокупления, видимо. А-а-а. Ну, а ты где есть-то сам? А я залез, где электричество. А, ну ладно, бегу. Ой, ты весь белый там. Я паука, видимо, уделся. Отлично, брат мой.
Так, куда дальше? А, вот. Слышай мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них. А, вот он. Осторожно, брат, сзади! Там что-то ползает, смотри, как. Я не могу... Нужно быть бдительным. Я что-то не могу его застрелить, он неубиваемый, что ли. А нам куда? А, вон туда. Понял. Угу. Наконец. А прыгает, падла такая, а? Давай баллон туда им. Ух, опасно как. Потрясающе. Так, ну ладно, спускаемся, да? Баллон! Ух! Опасно, опасно. Так, ну ладно. Как у тебя с хпшкой? А, побольше, ну, пойдем. О, механизм! Стоит ли его включать? А, стоит! Ха-ха! Давай, ну-ка посмотрим. И хрясь. Пули кончились. А вон там еще одна машина. Давай теперь я. Ну-ка. О, вместе с тобой. Давай, подманить их надо жопой. И поехала. О, если раскачать тебя. Ой, качает, как все. Укачало. Пушка, его можно раскачать? Давай, поехали. А, упал. Как сильно она раскачивается. Ой. Так, а туда как, по очереди, что ли, или как? Ты уже встречал мою паству. А ты не полезешь наверх, что ли? Иди-ка, а ты по машине, да? Да? Ну, с машиной есть. Вместе. Просто бодро это сделать на о, видишь? Да, вот так. Хорошо. Ой, качается ты как, а? Так. Ах ты ж, блять. Ах, мать твою. Канат мешает пролезть. А во. Так, ну ладно, полетели. Врываемся. Всем лежать, руки за голову. О. Блин, подвох, наверное, будет. А. Блин, подвох. Да, это был подвох. Не, карта вообще забавная. Да? Только объектов валяющихся. Сука, интересно. О, опасно. Ой. Вообще. Они так опасно сюда это приблизились. А тут стены уже были обдолблены или это ты сейчас сломал? Ну это я, наверное. Вот ты вандал. Там посетитель завалился. Осторожно, баллоны. Прошу прощения. Краска, отлично. Снова есть краска у нас. Погоди-ка, так это тюрьма. Надо стены покрасить. Они это некрасиво как-то. О, вот так уже хорошо. Ой, баллон. Мужчина лысый, лови баллон. А, животные. Ну вот эти вот черные пауки вообще опасные какие-то. Они. А тут еще эти муравьиные будут. Смотри. Вам, по-моему. Один готов. Так, ну ладно. Так, где краска? О, кирпичи. Построим что-нибудь. А вон бочки, смотри. Один готов. Ок,
сколько же их тут, а? Хватить-то нечего даже, блин. Ай, пульки! Зарядка. Пульками нет. Вообще проблема. Вот бы пулик револьвера, да побольше. На фаре, на крабов. На бешеных. Ай-яй-яй, хотел на крышу залезть и что-то чуть не сорвался. А, так туда надо идти, что ли? Нет? Какой бешеный краб бегает. Ай-яй-яй, ай-ай, падаю. Не, не сюда, Гарри, видимо. Вон туда перепрыгнуть надо. А, нет, зачем туда прыгать? Второго краба видишь? Бешеного. Там внизу он еще этот ходит. Мужчина. Бочки. Блин. Ха-ха-ха. Короче, один хп у меня осталось. Я бочки кинул. Там краб снизу бешеный бегает. Опасный. Вон он. А, это мертвый. Так. Блин, упал, я упал, Гарри. Мертвый. Так. Там ладно. Чисто уже, по идее. Так а куда надо идти-то? А, так вниз и надо было? Вниз, ну. О! А толку я с одним хп тут хожу. Давай тогда ты вперед. Фига ты фуловый. Кажется, я лестницу вижу наверх. Кирпич по лестнице так смешно это гремит. Черт, я выронил краску. Беда. Он ползает еще не под. Бля, мы тут канатоходцы-то. Не, револьвер вообще клево. Ну блин, пулек мало. Пулек бы к нему. Да приходится к кирпичам тут. Тут аптечки, а не то взял. Да сраный этот самый, лавочка. Во, хорошо, жизня есть. О, смотри, Гарри. Рыбачить пойдем. Возьми крючок. А? Рыбачить пойдем, возьми крючок. О, ничего себе крючок. Ты еще один есть, отлично. Ничего себе. Ну на большую рыбу пойдем. О, кажется, я поймал одного. Так. Ты как пуш сейчас хукану. Клево красит вообще. Ой, револьвер кончился. Беда вообще. Сейчас хукану. Ой, хукану он нормально. Пульками вообще беда, бедная. Ну ладно, пойдем. Сейчас надо это... накидать туда. Кстати, граната! О, ну как сейчас гранатой проверим, как она. Идет. Лови! О! О, ничего себе. Ошметки. Ну а что, гранату дали, а мы и не это. Не, а это никак этой гранатой ничего. Да где эта кнопка-то? А, все уже. Серьезно? Ой, краска, я с собой возьму краску, пожалуй. Да что за уровень-то такой? Два шага прошли, блин, и все, и конец уже. Не, ну, с другой стороны, это хорошо. Кстати, а у меня эта краска со мной переместилась. А? Мужчина, вам плохо? Или очень хорошо? О, аптечка. Блин, по голове. Он ногой что-то пошевелил, и мне по голове прилетело. Да? Ты чё? Тут. О, монстры бегают, чужие нападают, бежим. Опасные эти, которые. Вон они, но. Может его покрасить? Ой, елки. О, ничего себе какой. Буянит вообще. Вот гад какой. Пилу пережил. Смотри, совсем худенький чужой что-то. Кормили его мало, видимо. А он эту пилу выдержал, представляешь? Песик чужой. Опять? А что он там такое? Кто-то стоит и... висит, ладно, тогда все нормально. Хоррор такой, у меня тут кей-поп играет. Так, я в дом зашел зачем-то, тут стирали машины. А, это... Химчистка, все хорошо. Ну, кей-поп. Потрясающе. Покатится мир. Да вообще, не, ну пулик вообще нет нифига. Вот, блюдак, мать. Тут две краски, какую взять? Не знаю даже.
Да я тебя там, того самого. Решил меня трахнуть, я тебя сам трахнул, ублюдок, анонист, чертов. Реальная машина есть. Так, да я в этой... Ад! Она не притягивается. Убы, ад, сдохни, сдохни. Коробки тут, блядь, навалили, что за люди? Что за люди? Как в России. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Кусаются, кусаются. А, тут убью всех. Ты так опасно с гранатой ходишь. Да я вот думаю, как это вылезет сейчас. Тут краски дофига. И вообще пофиг на эту краску. А вот на лавочку не пофиг. О, батарея. Согрейся, друг. Ну, брат, ты ай, кажется, доску? Я стол сел. Ха-ха-ха. На перевернутый. Он бы хотя бы доску кинул какую-нибудь. Блин, у меня фонарик сдох. Так, что-то мы разошлись как-то. Ты наверх ушел, да? Не дали там? Наверх иди. А, во. Дробовик, посмотри, вот может тут валяется. Они идут. Нету. Дробовик, он где-то на крыше. Да, а вон патроны для дробовика. О, смотри, 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 что. Тварь там. Ой, пришла! Пришла, пришла! Ты промазал. У тебя дробовик есть? Ага. Круто. А у меня? Нет. А у меня нету. А кто пришел? А где ты дробовик раздобыл? Ага, вкусно. А он, ну, человек говорит, на, вот, типа, постреляй там. А, ну ладно, я подожду, пока ты умрешь. Ха-ха-ха. А из этого револьвера вообще не попасть. Потрясающе. Хитрый. Да, нах. Или боссман, тут твой чехол с медведем. Смотри, Гарри, вот там это вода, туда прыгать, наверное, надо. Ну ладно, я попробую. У меня дробовика нету. Ой, чуть не перепрыгнул. Да ты с разбегу. Нет, я это с разбегу слишком сильно прыгнул что-то. Болт шире получил. Ой, Гарри, я пули для дробовика случайно хапанул. Да, ничего страшного, потом выпадет. Так они мне не нужны. Кто это? А, вылезла, вылезла! Отлично. О, еще один. О, еще? Да как в них попасть-то из этого? А, нет, попал. О, ваншот из револьвера, Гарри. Патроны кончились. Так вот, видишь, а у меня это... Выбрось дробовик, а можно это сделать как-нибудь? По-моему, нет. Блин, пулик нету вообще, только беспонтовый пистолет есть. А, он со мной совокупляться лезет. А, я упал. Ну вот. Оступился немного и все, и головой вниз. Патроны, кстати, могу за патроны и слазить сейчас. И разбежавшись, прыгнул, да, так это самое. Так, все, я на месте. Патроны там. Что, дробовик так и не дали, значит. Вот подонки. А я надеялся, что дробовик дадут. Тут же продумано. Давай наверх. А чё, куда дальше-то тут? А, дверь. Автоматик. Вам чё, ломика мало? Ломик? Ну, как бы знаешь, монстры-то тут не совсем уже слабые-то. Так, это чё? А, лифт поедет. Блин, краски нету, может баллон тогда взять? Лезет, лезет, лезет. Давай баллоном, Гарри, баллоном. А, тебя же не коцают эти взрывы от баллонов, которые кидают, а? Это же клево. Так вот же можно... О, ха-ха-ха, ящиком его по голове. Все, подожгли... О, лифт приехал. Подожгли потом ящиком по голове. А что, босс ушел? Не хватало только покрасить еще. Тиханул? Ну что? Просто женщина. Как-то тебе не кажется подозрительно, тут внизу на машинах эти доски лежат?
А? Доски? Ну, доски на машинах лежат, доски, смотри. О, это же этот. Нет, не этот. Ой, он бросается гадостью всякой. Бежим. Тайную комнату бежим. Стрелять-то нечем вообще, почти. А у меня есть? Давай я постреляю. Да, сдохни, сдохни. Ой, все, больше нечем. А, граната же есть, граната. Ой, маленький, маленький. Кстати, а крабика можно вот этим вот дезинтегратором, короче, тыкать. Ну-ка, чувак, лови гранату. О! Бах! Один готов! Вот, убил? Не, ну этим револьвером, Гарри, это вообще огонь. Постреляй, клевая штука такая. У меня патроны кончатся. Так вот, да, тут какая-то беда с патронами. Надо посмотреть, тут вокруг машин есть. А, мы, кажется, в тупик пришли в какой-то. Это что такое? А, так вот же. Все красиво расположили. Эх. И чё? Всё продумано. Да. Опять, кажется, все бежит. Там есть стол. Ой, блин. Даже бежать мне нечего. Давай, я вперед пойду. А подожди, у тебя же есть этот самый дезинтегратор-то. Есть, да? Как у тебя с ХПшкой? Где ты вообще есть? 92. А, тогда я заберу. А, так их две тут. Тут мужчина расположился, возьмем с собой матрас. Может, кровать взять? Ну ты бери кровать, я матрас, или наоборот. Вот. О, Гарри, у тебя дробовик, говоришь, есть, под пульки лежат, смотри. О, точно. О, у меня-то нет дробовика, я вот лучше возьму батарею, там будет тепло. О, дробовик, дробовик! А, у меня есть дробовик. Без патронов. Патроны. Дробовик без патронов, это вообще деньги на ветер. А, тут закрыто. А нафиг мы сюда пришли? Ой, ёлки, шкафом по голове прилетело. Я хотел бы... А, устроим. Кипиш какой. Так вот. Так вот. Слушай, если я краба накрою этим матрасом, он умрет? Надо с собой кровать взять. Я о, все, я пошел на другой уровень с кроватью, пойдем. Убийственное оружие матрасом по голове. Кстати, да, оно переместилось, и кровать, и матрас. О, это замечательно. Давай возьмем и то, и другое. Пригодится. Я хочу от этих отбиваться. А вон крабики бегут. Где крабик? А вон впереди, там кто-то маленький был. Что-то орёт тут, что-то орёт. Как забавно, матрас носишь. А, бочка! Офигеть! Ну-ка, фейерверк! Оба! Получилось. Ладно, возьмем кровать. О, идет терминатор, смотри. Бах, кроватью его. Матрасом его зашиби. Блин, они напали. Ай-яй-яй, кусаются. Один хп остался. О, Гарри, винт! Винт! Ай-яй-яй, порезал сам себя. Этот винт оторванный, помнишь, как... А, ты нашел. Вообще. Просто убийственная вещь. Интересно, дадут мне пульки для дробовика хотя бы парочку? Краб. О, дробовик, ура, дробовик. Ой, меня только не кинь, опасно так вообще. Опасная вещь вообще. Он троих разрезал. Хорош. О, бочки, там так давай возьмем. Пускай. Кстати, хпшка. Я что-то восстановил. Тут наверх что можно залезть, Гарри, ты где есть? Да я тут. Пойдем наверх. А, да погоди-ка. Бежит. На. Не о! А, это что было? Это ты сам себя порезал, что ли? Ты, наверное. Я твои пульки забрал с Винчестера. Ну, отлично. Это большой? Или маленький там? Так, погоди-ка. Смотри, сейчас даблкил. Делай. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой! Как их много-то! Отстань от меня! Отстань! Куда полетело. Нифига как он метко кидает, один хп остается всего. Ох, буянишь тут. Что за бумеранг, блять?
Дима, ну винт вернулся, короче, меня разрезал, хуя. Что за винт? А, там крутящаяся такая вот штука. А-а-а. Как он назад? А он где она? Пружинил от стены в меня. Нифига их тут ползает. Ой. Я тебе винтом? Мне кажется, или дробовик какой-то беспонтовый, Гарри. По-моему, этот револьвер круче намного. О, крабом поиграл. А, ладно. Хотел с крабом поиграться. С крабом, да. А где винт-то? Куда он делся? Я не знаю, улетел куда-то. Найти надо. Я этим винтом троих просто разрезал. Просто имба. О, бочки. Бочки — это хорошо. Просто имба. Так, ты залазишь? Нет, я винт ищу. Ух, красиво. Он может где-то валяется рядом тут. Так, ну а сюда не надо лезть вроде? Чё это я придумал-то вообще? Вот еще этого пациента вышли. Не, правда, дробовик говно какое-то. Потерялся. Обидно. Да не говори вообще. Так, ну пойдем, что там дальше-то делать надо? Наверх? Куда-то, да? А, ну не знаю, надо найти этот... Отойди. Ох, разорвала она пополам. Красиво. Красиво, да. Это нелепо под кей-поп выглядит вообще. О, идет. А, о! О, открылась, открылась, хорошо. А нафиг мы сюда вышли? Я не знаю. Странно. Вокруг ходим. Надо наверх, короче, лезть. Тут же весь смысл поверху лазить. А, ну да. Как красиво висит, смотри. Покачивается. Вот сюда, наверное, как-то залезть нам. А, вот тут конструкция, которая двигается, и, видимо, надо ее как-то двигать потом. То есть, встать на нее и двигать. Баллоном, например. Блин, упал баллон. О, загорелись. О! А, во, покатилось. Смотри, покатилось. Пойдем за ним. А, не, подожди. Его пододвинуть надо куда-то. А, сеточкой, может. Нет. А смысл его двигать сюда вообще? Подожди, какой смысл? Вот мужик вот висит, да? Вот надо сюда попасть. Надо резать. Так, а какой смысл его двигать? Так, ничего не понятно. Там исполнится. Чё тут вокруг тут ходим? Надо сюда как-то попасть. А, да, все, все. Я понял, я понял. Обратно ему надо. А вон они все, все лезут и лезут что-то. Один готов. А как они вообще здесь появляются? Тут уже нет ничего. Так, не. Тут еще вот на эту можно... О, дверь. Не, вот на эту херню можно сбоку залезть, но какой в этом смысл, я еще не понял немного. Блин. А, ты сраный таракан. Гарри, я таракана убил этим дезинтегратором. Ну, странно. О, смотри. Да я вот залазил туда, но правда что-то там ничего не нашел сначала интересного. Может, плохо искал? А, во, во, вижу, ты где есть. Вот лестница. А, ты уже прошел, я только заметил. Так, а пулик-то, блин, пулик-то не... О, револьвер. Отлично. Ах, ты упал. Блин, Гарри, снизу этот идет. Монстр. Монстр движется. Гад.
гад какой, он кинул меня гадостью. Фу, фу, гадость какая. Да взял что-то, навернулся не в тему. Так, ну ладно, идем дальше. Идем, идем. Так. Ну у меня 79. А, у тебя тоже. Ну по одной хапаем. Два ружья, нифига себе. 99. Надо ее с собой взять. Блин. А хотел нести с собой, а она это мне восполнила хпшку. Нифига этих. А, о, ничего себе. Ну ладно, давай по очереди. Ай! Блять. Так. Так, все, есть, перепрыгнул. А, пули для чего-то дали. Блин, ай-яй-яй. А для чего пули-то дали? А, для автомата. Что-то я все аптечки поел. Так, ну ладно. Что у нас дальше по плану? Перепрыгнуть не могу. Вот там шушера мелкая ползает. А как они спавнятся? Сами по себе, что ли? Да ты этим быстрым прыжком... А я и так, и что-то промахиваю. Два раза подряд вот. Раз-раз и все, и туда и обратно. Раз-раз. Так, 20 раз. Да. Какая-то попытка уже, пятая? Не знаю. О, ляпота, все, поехали дальше. Еще прыгать надо, опа. Понабежали сволочи. Еще снизу ползают. Он еще. Красиво было. Да че я эти-то трачу? Тут же где-то бочки были. Господи. Ну, с патронами вообще беда бедная просто. Как ты тут оказался, брат мой? Ты не в той части города. Что? Разве ты его брат, Гарри? Нет. Встань на путь. Не, он черный, конечно, пока не поздно. О, сколько тут клевых штук. Надо вот эти Гарри взять обязательно. Они втыкаются же, их можно несколько раз юзать. Ящиков ничего? Да, бери диск и все, и поехали. Вон в стене болтается. А, ну ладно. А тут, наверное, конец уровня. А, нет, не конец. Так, а диск-то, Гарри, можно с собой? Блин, ай-яй-яй. Блин. Ох, не, револьвер вообще огонь просто. Ваншотит просто все, что можно. Да, блин, попасть бы еще главное. Потрясающе. Ну, пулек мало на него. Так, а не, куда? Не, диск надо, диск. Ой, а где еще? Все, кончилось. Нет? Диски есть, отлично. Ой, я упал. А, перешел. А у меня диск-то выпал, по-моему. Беда. А ты что, еще не перешел, что ли? Нет. А тут еще эти... А я вниз спрыгнул, и все, меня выкинуло. Я тут горю, рядом монстры ходят. Я перезахожу на другую сторону. Вот, блин. Да что ж он не сдохнет? Да, диск надо с собой всегда таскать, а не баночку краски. Диск это оружие мощное. Я не могу диск этот. Подожди-ка, а чё я его не могу? Ох ты, падла. Ну, диск лежит, а я его не могу взять. Ну, в принципе, еще, наверное, найдем. Не последний диск. Хотя, может, он... А, вот вижу, один диск валяется. Наверное, он перешел. Ой, елки зеленый кинул, хотел в стену его воткнуть. А вот диск еще валяется. О, есть, хорошо. Так, что я хотел-то? А, пульки.
Да, стрелять вообще беда, нечем. Ага, подземка тут. О! Клиенты. Прап отстыковал, отстыкован. Надо на квик панель поставить. Трави эту. Блин, туда не пускает. Надо сюда идти. Так. Знакомое место тут. Мы ж тут были. А туда нельзя идти. Надо сюда идти. А, да. Да, мы сюда перепрыгнули, а зачем сюда дальше идти? Он наверх как-то, что ли, нет? То есть перепрыгнуть надо? Нет? Вроде, это бред. Ой, диск! Ну, диск на ту сторону. А, оп, оп, ничего, я его как вытащил. Подожди, не, непонятно немного. Там не сюда, наверное, вот сюда. А, так мы пришли отсюда. Да-да-да. Просто тут закрыто, видимо, было. А, на самый верх, что ли? Да, на самый верх. Так мы ж спустились сюда. Зачем нам обратно подниматься? Сюда не пускает это. Да ты че? О. Вот еще наверх куда-то есть. Ой. Лестница. Ах ты ублюдок. Один готов. О, баночка, это тоже краска? Нет, это не краска. Внизу зажег. Людок. Так, диск, диск. О. А, ну не забудь диск взять, там на полу лежит где-то. Блин, 7 хп надо найти что-то. Надо найти. А, бежит. Блин, не получилось. Ничего не нашел. Потрясающе. Вот жопа-то какая. Пулик вообще нету. Одна пулька. О, ваншот. Ну все, у меня уже кончились пули. Вообще ничего нет, только вот лом. 8 хп. Классно. Да уже тут, наверное, выход какой-нибудь. Ой, ой, ой. Так, ты идешь? Я упал. Разбилок не взял. Сейчас я по низу пройду, может, выйду как-то. Да, вряд ли туда пойду. Блин, да что ж такое-то? Я паук, короче, что-то это укусил за жопу, видимо. А, вот они. Не, правда их этой. Ад, елки зеленые. А сейчас-то что было? Игорь, слышь? А? Обычно в таких случаях надо вызвать отряд. У кого? Ой, Гарри, я возле тебя появился. Ой, не надо высасывать ничего. Каким образом я возле тебя появился, вообще непонятно. Не знаю. О, Гарри, я этого чужого порвал пополам диском. Э? Да. Пузо ему раз и все. Диск это вообще хорошая вещь. Надо всегда его с собой таскать. Что нам туда? Ой, елки зеленые, вот этого только не хватало. О, кажется, мне руки прижало люком. О, прям на самый верх что-то вылезли. Наконец-то! Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. Че, люльку поднимет? А, во. Держись, брат. Люльку? Так это кому он? Тебе говорит, брат-то? Наверное. У меня женский персонаж, так бы сестрой назвал. Вот. Черный, значит, это твой брат. Не работает.
Так он еще не это. О, видал, раз и все, правда, диск улетел. Не, револьвер мощно, вообще мощно. Ну чё, где наша люлька? Может, с разбегу туда? Не-не. Достанем. Где этот по... О! Пульки для дробовика! Лиза, Лиза, офигеть, Лиза. Дайте два. Ещё лезу. Он бежит, бежит, смотри, по улице бежит. Вот лезет сзади тебя. А, блин. Блять, а. Чё, нифига себе. Ай-яй-яй, не вовремя кончились. Опа, я хоррор. Еще лезет. Еще немного, брат. Он, видишь, труба трясется? О, прикольно. А тварь такая. О! Сзади, Гарри, сзади! С крыши скинули, ну-ка, пошли отсюда, трупня, кыш. Ручник, брат, сними его и спускайся. А, сейчас, все, лезу, лезу. О, сел. Да, с пулями беда. Прямо двоих местно. А прикинь бы нас 10 было. По очереди бы лезли. Ну это изврат, конечно. На люльке катаемся. А у него-то пушка какая-то. Пушка-то у него какая-то. Ну у него дробовик-то помощнее будет, наверное, да. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. А что до меня? Пастух должен быть со своим стадом. Особо, а, так он пастух. Поплыл, походу. Пастух этот. Наркоман какой-то, ладно, пойдем. Таблетки давно не принимал. Кстати, вон диск валяется. А, так я же бросил в того, где он. А вон, это он и улетел. А, тут переход. Надо с собой всегда диск, но это вообще... Мне знаешь, что нравится? Вот я помню, когда когда-то проходил это дело. Мне нравился уровни, когда на машинке там и под землей еще бегали арахниты какие-то. Помнишь такой? Да, пляж такой был вроде. Ну вообще, то есть там огонь просто мне нравилось. Там еще краном можно было вроде поуправлять немного. Кран, да, там. Страшная вещь была. Так, ну ладно. О, бегут, бегут чужие. Ага. Залез на ящик как-то на кране. Этот контейнер качался на нем. Страшно. О, распиливает, распиливает, педал. Пополам распиливает. Ага. Огонь просто вообще. Что, дядя, танкует, а? Держись ближе, брат мой. Ну ничего, на лету его поймал. Да давай за ним, короче, он будет танчить, вот. Ага, дробовиком, прикинь, поймал краба. Да, диск, диск, отлично, диск вообще. Нифига себе вот этот дядя. Кладбище, что ли? У него кеды прикольные. Эй, кто-то, что-то, о! И еще диски, нифига, отлично. А зачем тут дисков столько? Ну это для того, чтобы мы без пулек, ой, могли что-то сделать. О, смог только диском так, раз, так, ха-ха, пополам. Оба, красота вообще. Они еще и ползут, подожди, их пополам разрезают, они ползут после этого? Ага. Мощно. Тоже возьму, наверное, диск. Вон их тут дофига валяется. Ага. Вообще моща. Кладбище, да. Определенно кладбище. Чух. Ха-ха, клево. Так, может кирпичом по голове кому? Вот так? О, бочки, бочки. Ха, а, бочка, бочка, ну-ка. Бабах. Ух, огонь. Еще бочка. Бабах. Диск, отлично. О, бочки, Гарри. Ну, бабах. Бабах. Вообще разруха пошла. Еще бочки? Во! Баба! А, бочка сраная. Так. А вот сзади еще идут. На. Ух, полетели. Клочки по закоулочкам. Шмяк. Хорошо, хорошо.
Диски кончились, кирпичи остались. Ня. Потрясающе. Ня. Господи. Один готов. Ня. Ха-ха, кирпичом тоже можно зашибить. Ой. Так ты этим, Гарри, дезинтегратором можно его это отшвырнуть. А? Так, где диски? А, так этих тоже можно. Упор она шмякает их, смотри. Правда, что-то урон не наносит. Ага. 90 кило. Подожди, сейчас нашего этого пастуха завалят, надо его помочь ему. Потрясающе. Да, не пила. О, кирпич. Кирпич есть. Хотя бы с кирпичом тоже хорошо. Ха-ха-ха. Кирпич огонь. А вот этот нашел одно лезвие. Ой. Под ног ушло. А ой, еще, отлично, хорошо. Все, на кладбище, короче, тут устроили. О, идет. Опа! Подожди, ему пофиг было на. Че? Черный краб. Так, а че дальше? Придумал. Ой, еще сзади что-то идет. Ух, хорошо. Так, диски-то есть еще диски? А, во. Ага. Так, тебе надо хпшку? Забирай хпшки. А, да, да. А он что, остался? А он же сказал, типа... А, он с тобой попрощался уже. Ха, да светит твой путь, светлейший свет. Что? Что сказал? Наркоман какой-то. Да не, свет уже там в голове. Да не, ну чё за масло масляное тут. О, оба диска лежат, отлично. Ну вот один взял. Так, хорошо. О, бочка, наверное, надо ее кинуть туда. Так, это чё, что ли? Ну-ка я туда бочку сброшу. Может, она нам там пригодится. А там вода? Не, туда надо аккуратно спускаться, видимо. И диск туда надо бросить. Так, как туда аккуратно спускаться? Так, чуть неаккуратно кинул. Да не, легонечко так. Так, а как аккуратно прыгать-то туда? А, вот так вот. Опа! Опа! Черт! Так. Опа! А-та-та! Чё, это хпшка-то отнимается от падения немножко. Там внизу кишит что-то херня всякая. Так, граната. Я помню, граната есть. Ну-ка... Граната! Ох. А вон там, смотри, еще бочка вроде есть. Может пострелять в нее? О, эти, как они называются-то? Блин, пульки. Где-то есть-то. А, не хватает пылесоса затянуть их. Полечился? А, ну у меня 45 есть. А ты где? Я сзади тебя. О, все, 85, хорошо. Так, давай по очереди как-то, а то столкнем друг друга. Ну, как-то слизь надо тут. А так вон туда, к этим, к пулькам. Ой. А-а-а, ты спал. Блин. Ай-яй-яй, съели. Фига там что-то кишит вообще. Плачное место. Ой, тоже взорвался. Так, это всего лишь таун четвертый. А сколько их всего-то было, я говорил, штук 6, по-моему, да? Да вроде, да. Ну ладно, диск нужен с собой, диск обязательно. Так. А вот бочка. Надо лучше бочку туда скинуть, она нам там понадобится. Как-то слез, кстати, не теряя хп, в общем. Где? Как? А-а-а! Ну вот эти можно за выступы цепляться, за камень. Ха-ха, прицепился, да. Ну кто ж так занимается этим скалолазанием без страховки? Опять смотри, там наспавнивался. Тихвафуса надо. О, Гарри, я возле тебя появился. Прикольно, кстати. Тихвафуса туда. Так, граната же есть, снова граната есть. Одна-то точно есть, во. Ну-ка, куда бросить так, посмотрим. Опа!
О, хорошо, хорошо. Потрясающе. О, бочка. Да, аккуратно. Так. Бах. Вот, смотри. Все. Чисто. Чисто, да? Ну, почти. А, не, нифига не чисто. Чисто. А вот я на лестницу, кстати, спрыгнул. А как ты туда спрыгнул? А, во. Во, гранат тут в десятку надо все это делать. Еще гранату туда им. Один готов. Они бегают так активно, попробуй еще попади. Да еще и пульки, особенно когда заканчиваются, это вообще хорошо. Охота на крабов. Так, ну что? Я вижу диск там валяет. А, блин, уже спускаться надо. Ну, сраные тараканы. А, вот тут уже конец лестницы, и уже надо падать туда. Так, хпшку тебе надо? А, блин, сраный таракан. В принципе, да, можно спускаться уже. А, я уже тут, да. Тут хпшка. А, тебе не надо, вон еще таракан бежит. Так. Муравьиный лев не тут случайно, а? Где же диск? Вот он, диск. Все, диск есть, отлично. А я не знаю, что ты там придумал такое. Да, этот муравьиный лев такая, тварь огромная. Во. О, понял, во, по лестнице надо. Опять бегут. А вот сюда, Гарри, перепрыгивать надо, и все, и там уже кошмар начнется. Я туда диск брошу. Блин, воткнулся не в тему. О! Блин, не перелетел. Да что ж такое-то? Ну ладно, прыгаю. А, ну нормально, тут безопасно, Гарри. Что это такое? Тут очень безопасно, залезай. Вот дальше уже это самое. О, птички, надо хпшку? Не, не надо. Ну ладно, побежали тогда. Ну тараканы, ну елки зеленые. О, загорелся, смотри. Все, а вообще стрелять будет? Нечем. Дожили. Ой, я тебя потерял. Да я сверху. Давай пройдем от них подальше. Опа, подтянул. Кстати, что за пульки-то? О, автомат был. Ты что-то, кажется, падаешь. Ага. А я-то какого внизу оказался? Наверху вроде. Видимо, плыть надо куда-то. Поплыли. Поплыли. Да? Странно. Монтировкой с одного удара. Ого. Слышишь, Гарри? Ты чё-то меня вверх тянет, не пойму. Я запутался. Где ты есть, где я есть вообще? О, нормально, меня эта хрень сейчас это есть будет. А где, я где ты есть? А, я не знаю куда. Я наверху. Меня эта штука вверх подняла. Так, я что-то где-то всплыл, а где я не знаю вообще. Комиссию не надо, наверное. Я всплыл, знаешь где вообще? В туннеле, тут рельсы. И тебя, видимо, тут нету. Ага. Короче, мы, что-то ты отстал, видимо, от меня, да? Сейчас найду тебя, сейчас воздуха. Поэтому, это плыть надо, плыть, а там где... А я, кажется, понял, там под низом надо проплыть. Я только сейчас взглянул, тут Гарри подсказали, что крабиков с монтировкой с одного удара можно убить. Да? Да. Так что все. Вооружайся монтировкой, да, и пошли. Дубинки, жаль, у нас не сохранилось этой шокером. Она поинтереснее. Да, наверное, хорошая вещь была бы. Винт! Что может быть лучше монтировки? Винт еще? Так, ну чё, включаем. Ух, хорошо, хорошо пошло. Ой, поехал. Все. И чё дальше? Пойдем за ним тогда. Ага. А, обратно? Обратно он едет? Ой, обратно едет. Ложись.
Опасно. Да не, нормально. Лежа, лежа нормально. Ух, красота, вообще красота. Так. А, вот так, можно шкериться тут. Опа, хорошо. Ой, идут, идут. Ха-ха. Так, ну как... Ой, елки, проехал, напугал, напугал. Посмотрел, блин. Сейчас бы как это подрезало. Да не, Гарри, сидя-то нормально, он этот, не задевает. Можно спокойно сидя возле него. Ой, еще идут. Давайте, ребята, боулинг пошел. Так, а что, не едет? Не-не, едет, едет. Я что-то... Какая конструкция, а? Придумали. Забавно, ну. Очень забавно. Я вижу свет в конце тоннеля. У-ху! У, блин. Пугает, пугает. Так, ладно, все. Переход. О, ну это пляж, наверное. Забавно, да. Что-то надо сказать, наверное, всем привет, кто нас вдруг увидел. О, вы что, уже начали, что ли? Мы тут херней занимаемся. Сейчас уже вроде. А, ну да, что-то приветы пошли. Нет, мы продолжаем. О, мы вышли на волю, на наружу из этого смрада. Какая интересная штука. Жаль, баночку с краской не получилось сохранить. Скоро мне кипом будет просто это снится вообще. Мазался. Вообще обмазался. Не, карамель Дэнсон. О, ломом говорят. Ну-ка, ломом, иди сюда. Ня. Карамель Дэнсон играет. Смотри, Гарри, реально ломом я его шмякнул, и все, и нет краба. Я тебе скину потом, посмотришь. Прикольно, но. Буряток. О, да, да. Че, возьмем с собой бочку, а то вдруг ты опять застрянешь между двумя людьми. Пока они будут взаимодействовать. Больше? Вот. И все, и без бочки не выбраться. Столько песен-то одинаковых, а? О, ну-ка, посмотрим, ну-ка. Опа, кинул. Хорошо летит. Отлично. Ну ладно, идем. Ага, идем. Погоди меня, сейчас я поставлю просто радио. Вот я по одному пойду же. Невозможно. Ну что так ярко светило-то в туннеле в этом? Просто корейское радио включу. Ну так ярко вообще. Прикольно. А вроде не должно быть так. Батарейки посадишь, фонарики. Ну какие батарейки? У тебя фонарик включен. А. Зависло, что ли? Блин, бежит, бежит, а отбежит. Все, я вооружился бочкой, нормально. На. Ха-ха. Гарри, слышишь, что? А? Я бочкой этого хищника что-то с одного попадания убил. Да? Зашиб бочонком, но бедное животное или это не животное? А ты говоришь, там диски, там базуку давайте найдем, чтобы убить их. Ты что-то покинул игру, кажется. Да, мне кажется, это зависло, что-то сейчас я перезайду. Надо перезаходить, но тут какая-то жопа происходит иногда. О, перетянул на темную сторону. А, конечно, да. Бурятки во всем виноваты, скажи. Давай, вали все на буряток. Правильно. Я пока напишу некультурное слово на вагоне. На цистерне, да. Хочешь, напиши что-нибудь культурное, там, мир напиши. Ну кто же пишет культурные слова на заборах? Пишет там постоянно хуй там. Что это такое? Хуй. Плохо лом пишет что-то по цистерне. Надо было в эту примешку засунуть, там что ты там накалякал. Они еще исчезают, что за дела? А на стенах не это. Вот это вот слово стрюкбук, который накалякал тогда в группу выложил, надо было на превью выложить. А, ну обязательно. О, два сервера. И не отвечаю. Два?
Сейчас мы обновим. Да, два сервера. Это нормально вообще. Так, а какой из них? А, ну который тут ЦБХ называется. А, не поверишь, они абсолютно идентичны, кроме пинга. Ну, бери тот, где пинг поменьше будет. Ха, логично. Сервер не отвечает. А, подожди-ка. Подожди-ка, это что-то видимо. Все. Отлично. Это закончил. Какие-то глюки. Я закончил художество. Глюки прошлого. А сколько нас смотрит? Один человек? Не знаю. Да никого тут нет, не обращай внимания. Так, мне сказали, что ты... О! О, фига я гранату нашел внезапно. Мне сказали, что ты зашел, я тебя не вижу. Что случилось? А, как не видишь? Все, задержка 18. А, вот, вижу. Смотри, я написал некультурное слово на столбе. На столбе? Каком? Да вот. А, ты же только зашел, не видишь, наверное, ничего. Ну ладно, пойдем. А где бочки? А, вот, вон бочка, вижу. Надо бочку с собой взять. Очень эффективное оружие. Ага. Правда, из-за нее не видно ничего. Какой-то город. Помню. Я буду боком идти, чтобы хоть что-то видеть. Слишком большая бочка. Окей. По-моему, там снайпер сидит. Чё? Снайпер сидит. Как будто вот там где-то, нет? Показалось. А, вот, на мост. А, во, в окне. Ну-ка, бочку ему туда кину. Привет, снайпер, лови бочку. Еще лови бочку. Он не хочет ловить бочку. Блин, не попадаю. Патроны надо, снайпер? Я ему патроны закинул в окно. Блин, лучше б сам взял. А он... Граната, смотри, граната. Подожди, а он снимает этих... А, граната? Ну-ка, граната. Вот. Блин, не попал. Ай. О, попал. Подожди, это снайпер горит? Да. А может он дружелюбный снайпер Гарри был? Нет, он этот комбайн. Ну, то есть он убивает нечисть всякую, которая тут ходит, а мы тут... Комбайн. А мы-то живые, мы нормальные. У нас тоже там... От того, с этого пастуха или священника, кто он там. О, еще снайпер. Не, смотри, в нас кидает. Гадяй. Я тебе говорю, комбайнеры, они это такие... Прикрой. Телегой прикрыться хотел, а она дырявая насквозь. Ну-ка. Ой-ой-ой, сквозь ящик выстрелил. Ой, блядь. Че, он тебя снял? Подстрелил. Не, я такой думаю, сейчас прикроюсь телегой, а она прозрачная насквозь. А если бочкой взрывоопасной прикрыться? Вот сукин сын, а? Бочкой. Ну это гениально было. Так, а че? А вот, дверь. Нет, канает. О, там бревно упало, Гарри, бревна упали снизу. Ну-ка еще раз взорвать ее. Нет, тут ничего не упало. Да он мазила, Гарри. У него снаряды-то летят медленно. О, бревно возьмет. Блин, бревно не получается взять. Не, ну снизу это... Тихушку сейчас к нему проползем и... Я все мазила там, как снял. Под этой, под телегой. Блин, да, он... Я только хватаю эту самую... Ай-яй-яй, прямо мне куда-то там... Граната из меня выпала. Я забери сломался, гранату, да. Кинь в него. А. Игра что-то вылетела. Чего? Чего? Игра вылетела. Опять? Кей-поп. Да, блин. Конечно, блядь. Ему пофиг, что ли, что я в него стрелял?
тоже два сервера. О, блядь, три сервера уже, отлично. Красно просто. Да это капец, я все патроны расстрелял в него. Ну, примерно в него. Отвечает. Сервер не отвечает. Нормально вообще. Так, мне что-то сказали, что ты совсем все покинул и, наверное, сначала начинать теперь. Ну, сначала карты, да? Да не. Ну вот, сначала локации меня поставили сразу. Все нормально. Кстати, а если бочку в него кинуть, в этого негодяя? Ну так это еще попасть на него? Ой, он слишком далеко. Какую? Блин, нифига, я бочку взрывоопасную несу, он стреляет в нее. Вот дурак вообще. Догадался же. Так. Дима, помнишь, играли в этот в кровосос мод? Talker Force. Так. Это. Бочка в трубу залазит, и все начинают по бочке стрелять, блядь. А, кошмар какой. Так я появился нехорошо. Помнишь, да? Бочка двигается, никто не стреляет, блядь. Да, на прорыв пойду. Вот так вот, просто вот так. Раз. Ой, бревна падают. Что случилось? Меня раздавило. Бери патроны там. А чё толку там эти патроны, да? Хватай, все хватай. Да надо просто пробежать туда, и все, делов-то. Мне кажется, надо вот здесь вот пройти. Вот тут вот, безопаснее. Не, я прошел, Гарри, пробежал. Ну почти. Да он уже рядом. Ай-яй-яй, это что такое-то? Раб поганый. Ща, короче, гранату ему туда кинул. Негодяю этому. Ай, промазал. Куда кинул, блин? Голова, два уха. Так, погоди, а где он? Тогда ящик кину туда. Вот, свой целится. Лови ящик. Не. Да что ж такое-то? Надо просто еще дальше пробежать и забить на него уже. Да ну его в пень, короче. Пойдем дальше. Че нам он... О, граната есть. Ну-ка еще раз гранатой. О, попал. Ха-ха-ха, ты слышал это? Да. Он говорит, черт, что-то там, ха-ха-ха. Забавно. Ладно, все. Той проблемы меньше. А, сраный снайпер. Так, я что-то потерял тебя немного. Я дальше ушел. А? У нас тут комбайнер опять. О, нихуя себе. А вот это хорошая сложность, кстати, получается. Ого, в голову ваншот негодяю. Не, ваншотный, прикинь. А, я тоже его. У меня, правда, 40 хп было там. Блин. Не, ну нифига он. Кстати, а у них пушка-то смотри какая. Нам когда дадут ее, кстати. По идее, сейчас выбьем и дадут ее. Да? Клево. Да? А, ну мы оба померли, видимо. А, нет. Надо, короче, просто пробежать этого сраного снайпера и все. Просто гранату туда накидать, да? И гранату, ну сейчас я попробую еще раз попасть гранатой тут. А у меня нет гранаты. У меня кончились гранаты. Не, а зачем снайпера? Это хер снайпером-то? Ты опять видите? Дальше убежал? Да я там же. А. Где мы? Ну. Упал. Ага. Так, у этого простое оружие, да? А у второго? Вот она лежит. Две штуки, Гая, лежит тут. Да? Офигеть. Так, а где вы? Она? Подожди, вон она. О, пулемет. После автомат какой-то. Ай-яй-яй, подгорел.
А патронов-то нету. Ну я забрал, видимо, у меня вот еще пару обоим есть. Вот если да, что, забирай, я первый пойду тогда. Да найдется, еще найдется. Ой, блин, птицы напугали. А, страх, птицы, ненавижу. О, подстрелил, ха-ха-ха-ха. Птичку жалко. На тебе, контрольный. Ой, хпшечки. Блин, все забрал. Идут, идут. Блин, перезаряжай скорее. Граната. Все, меня расстрелили. А, ты тоже там? Да. Ну ладно, там... Там пульки зато. Ну так-то нифига не, это хорошо. Вот сраные птицы, ненавижу их. Нужен, мне кажется, здесь. Так, это видимо, когда мы подходим сюда. Оп, так. И они появляются. И сразу назад такой раз, и все. Перезаряжается быстро так. Оба, взорвалась. Граната! А, бежим! Хорошо, хорошо. Так, чисто, чисто. Чисто? Вот там бочек дофига, может там что-нибудь появится и расстреляем. Если подорвем. Сейчас я хпшки возьму. Гранату взял, кстати. Ой, как тут запрыгнуть? А, о. Бега тут бочек. Подожди, так может покидаться бочками надо всего лишь. А слушай, а в машине-то это? Ай-ай-ай, стреляет кто? Вон он. А, ты успел бочку кинуть, то не туда. Жека пришел, что ли? Доброе утро. Я тебя, Жека, все равно почти не слышу. У меня тут глушит все этот. Этот сраный клиент глушит TeamSpeak. Ну, я нормально слышу. А вот а что за дела-то у меня такие? Почему это? Так. Так. Ну, нифига не стреляют-то. Граната была. Да, нельзя нам одновременно помирать. Ну, все равно как-то убираться. Я тут отдача такая. Я пытаюсь пистолетом их поснимать. Потрясающе. О, подорвал их, да? Так, короче, а давай... так, у меня пулик-то все равно нету. Ты такой, заходи туда, а я здесь останусь, сзади. О, ничего себе. Ничего себе. Им надо, знаешь, чего? Это что такое? Чё за лаги, Гарри? Это ты рядом? Нет, автомат рядом ходит. Нет. Рядом со мной автомат ходит. Да? Нет, уже не ходит. Кому? Ужас какой. Поведение. Так, чё, заходим, да? Ой, это же пульки для этой винтовки. Отлично. Не, так-то клёвый автомат вообще. О, кажется, появились пули. Стандл. А что там? Я тебе проверю просто. Ну ладно, видимо, нам внутрь. О, зеленый запорожец, блин, как бы это самое на нем поехать. Ой, нам сюда надо. А там жесть. Дайнайт. Кажется, они в нас стреляют, да? Ага. Ясно, этот бой заедает. А там нет бочек, что-то... А, вон бочки. Но они... Толку от них немного, наверное, будет. Погоди-ка, а там что, по станции, что ли, наши? А, ну да, там, походу, наши, вон... Ой, ёлки, прям в голову. Гарри, сзади пуля куча от меня вылетела. Давай попробуем. Ого. Откуда меня так... Погоди, не помирай, я сейчас появлюсь. О, появился, отлично. А я не пойму, где он. А, вижу его. Обновляем. Ну, тут наши ребята. Ну. Привет, ребята! Ты, вы где? Там же медики есть среди них. О! Во-во-во-во, медик.
Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. Не полечит. Гарри, я нашел твою недостающую деталь. Смотри. Забирай. Не знаю. Может, из тебя выпало. Давай починим машину. Вот она отсюда, наверное, была. И колеса, надо колеса поставить ей. Ну, Гарри смог потом поиграть и всякие запорожцы там экспериментировать с этим. Так, что-то еще не хватает, не едет. О, колесо, колесо, отлично, но его взять нельзя, правда. Все наверху есть. Пули. Отлично. А, это этот сраный автомат. Кто не полечит. Сюда, доктор Фриман. Он сюда нас зовет, Гарри. А вот твой брат. Вот, темнокожий. Черной кожи. Это Леон, у нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Что-то я не понял, тут дверь что ли есть? Доктор Фриман, вы шутите? Нет? Я была на связи с Алекс. Они схватили. Он загораживает. А, блин, козел, отойди. Придурки. А вот этот может полечить нас. А, знаешь, в чем дело? Пули. Знаешь, в чем дело? Он это броню восстанавливает, Алекс, смотри. Это Леон. И со мной Гордон Фриман. Надо его попросить как-то. Ну-ка, давай. Как его попросить? Может, стулом вежливо попросить? Стулом. Эй, друг, на тебе стулом, полечи. Не-не, не стулом, да, подожди, не стулом. А, колесом, колесом, точно. Колесом. Корону, что ли, ему решил? Короновать его? Раз. Ну чё, будешь лечить, нет? Не стоит, моргает. Хочет лечить. Может, матрас из-под этих дохлых вытащить? Им-то они уже не нужны. А нам понадобится. О, ведро! Ха-ха! Я нашел ведро! Все. Ведро? Ведро, да. Пустое, правда. Надо в него положить пульки. Так, че ж ты не это, не лечишь-то? Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупится муравей. Даже машина, наверное, будет. Ох ты! А, что произошло? Кошмар! Такой лаг был. Там это тоже такая херня была? Просто не было текстур. Все, Гарри, вылетела игра. Вылетел? Да, вылетела. Подожди, молчи, молчи, не говори ничего. А мне ее запускать заново, кстати, нет? Или уже хватит? Да, наверное, хватит, мне кажется. Так. Давай тогда так, все, сделал тебя потише. Ну ладно. А, на чем мы там остановились? А ты не вылетел? Ты не помнишь, как называется этот? А, не. Ну ладно, раз уж мы вылетели, тогда закончим на этом транслировать трансляцию. В следующий раз продолжим. И так уже сидим 1:40 примерно. Хватит на сегодня. Всем спасибо, как говорится. Все свободны. До свидания всем. В следующий раз продолжим проходить. Вот, именно с этого места. А то какой-то лаг произошел, игра вылетела, все, бардак, беда. Всем до свидания. Ёлки зеленые, я в камеру ручкой машу, а у меня ее тут уже и не видно, картинкой голой женщины закрыл. В общем, я помахал ручкой. Да, всем до свидания.